Стаял снег, а вместе с ним и часть плитки на Петровской набережной. После зимы обновленная часть променадной зоны немного износилась. Все недочеты подрядчику придется исправлять. Уже сейчас там монтируют бордюры, скамейки, укладывают плитку. Однако то, что уцелело, радует воронежцев. С наступлением тепла здесь ежедневно гуляют сотни людей. Что касается второго этапа реконструкции набережной, то она идет полным ходом. Какие работы сейчас ведут? Пустят ли там общественный транспорт? А также главное – когда будет полностью готов первый этап Петровской набережной, узнала Анастасия Алексеева. Адмиралтейская площадь. Красивая, яркая, широкая. Такую знает и помнит ее каждый воронежец. Уже сейчас здесь ходят десятки людей, прогуляться решили и мы. На самом деле работы на первой очереди, как и здесь, фактически завершены. Но есть некоторые нюансы, про которые мы вам расскажем. Неровная и местами просевшая плитка – последствия суровой зимы. Такая картина лишь в нескольких местах, однако исправить это подрядчику придется. Кстати, треснувшее окно на смотровой площадке уже заменили. Несмотря на работы, которые ведут здесь ежедневно, воронежцы все равно гуляют по набережной. Сейчас больше всего людей именно на детской площадке. Горки, качели – все в едином стиле. Кораблестроение. Здесь бегают малыши, осваивая все карусели. Как тебе новые турники, Даш? Круто. Как? Круто. Для ребят постарше специальная зона. Здесь можно покататься на скейтбордах и самокатах. Любимый аттракцион на этой площадке какой? Этот, конечно же. Я его обожаю. Что касается второго этапа реконструкции набережной, то она уже идет вовсю. Здесь главная сложность – грунт. Много времени потратили, чтобы его разровнять. Кроме того, были и другие нюансы. Работы на самом деле усложняли ручьи, но все исправили с помощью вот таких вот дренажных труб. Вообще, если вы помните, раньше здесь была огромная такая пустыня. Сейчас все холмы разровняли. Бульдозеры ежедневно курсируют из стороны в сторону, уплотняя и разравнивая грунт, чтобы впоследствии здесь была прекрасная пешеходная зона. Большую часть этих работ уже выполнили. Сейчас забивают сваи для будущей променадной части. Кроме того, в некоторых местах уже установили малые архитектурные формы для различных площадок. Началась организация детских площадок с холмами, внутри которых будут располагаться туннели. Также началась установка площадки для собак, agility и для выгула собак. Сюда еженедельно приезжают проверяющие, оценить то, как идут работы, чтобы сроки снова не затянулись, а их, напомню, переносили несколько раз. Решается вопрос и с транспортной доступностью. Остановочные павильоны действительно установили, также выполняется подключение этих остановочных павильонов. На этой неделе были протянуты кабеля, чтобы эти остановки стали действительно умными и радовали горожан. Скорее всего, радовать горожан остановки будут, когда начнет ходить транспорт. А подождать осталось недолго. В июне подрядчик должен завершить работы на первом этапе реконструкции. И сразу после этого там планируют запустить автобусы.